Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Так, здесь у меня помидорки, из которых я достал семена. Сейчас они у меня сушатся. Сейчас хочу их сейчас покушать. То есть немножко сейчас посолим их чуть-чуть. И сейчас мы их съедим. Помидоры надо мыть с мылом. Это помидоры импортные, то есть испанские, по-моему. Вот, потому что надо мыть, чтобы этот вирус не поймать. Я с мылом все помыл. Так, сюда добавим немножко чесночка. Ну, куда-то я делал чеснодавку. Я сейчас так я здесь на доске их порежу мелко. Немножко чеснока, много не надо. Чеснок тоже. Желудок, чтобы не разъедал, он тоже не очень-то. Так, положим сюда чуть-чуть чесночинки, чуть-чуть буквально, немножко для аппетиту. Ну, чуть-чуть буквально. Так. Вот, прям немножко. Много не надо. Так. Доску убираем. Берем майонез. Я обычно люблю Слобода майонез. Вот такой вкусный очень. И полезный майонез Слобода. Он, правда, дорогой стал. Московский даже дешевле. И немножко добавим майонезику сюда. Вот, самая малость. С вами канал «Все для огорода». И мы сейчас это дело все заедим. Так, у меня здесь есть венцо. Правда, малиновое. Но оно как бы на венцо не похоже. Какой-то сок. Градусов нету, но вкусное. Пить можно. Ну, для здоровья это малинка всегда полезная. Вот, наливаем малинового, не знаю, как он называется, компот, наверное, скорее всего, малиновый компот, потому что там вода, сахар и малина, сок малины, крыжовника и черной смородины. Ну, черной смородины немного, там примерно килограмм, красный полкилограмма и крыжовник килограмм, и малина 3 килограмма, вот, и вода, и сахару там килограмма 3, наверное. Он такой сладкий получался компот. Вот, на вино он совершенно не похож. Это просто компот и все. Вот. Ваше здоровье. Подписывайтесь на мой канал. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик. Вот такая будет закусочка у меня сейчас. Ну, просто сладкий и все. Никаких градусов нету. Если раньше получалось вино, там выпьешь, там, я помню, как-то сделали такое же вино. Она там забродила, получилась игристая. И вот как мама там соседку позвала, вот, она пришла, мы выпили все, 2 литра такого вина, значит, получается, на троих. Они все были в дупель пьяные. Она говорит, я никогда так не напивалась от водки, не была пьяной, как от этого вина. Видимо, она была такая, как шампанское, видимо, по шарам как дало. Вот. Ладно, попробуем. Эти помидоры не имеют никакого вкуса по сравнению, если вы вырастите у себя даже парк теплицы. Они пустые. Шкура толстая. На зубах скрипят. Вкус вообще никакого. Пустой вкус какой-то.
кстати, еда на камеру. Я сегодня целый день ничего не ел. Надо было готовить. Я только чай попил. А, я что, вечером съел паштет, бутерброд с паштетом, с печеночным. И все, и чай попил. Одна, там, значит, в упаковке было 4 помидорки. Одна помидорка испортилась. Пришлось выкинуть ее. Я бы так не купил, я просто купил из того, чтобы семян отсюда надёргать. Попробуем вырастить семена. Вот. Из этих помидор. Чесночок попался на зубах. Все, я съем. Спасибо за просмотр, с вами канал. Все для огорода, жмите на колокольчик. Приглашайте на такое же видео, если оно у вас есть. Всем пока-пока. С вами канал «Чудо огорода».